Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь компания «Электромотор». Сегодня у нас ролик, как вы видите, в нестандартной обстановке. Мы его снимаем сегодня, так сказать, на выезде. Вот. Человек приобрел у нас замечательный мотоблок Bertolini 403. И сегодня мы приехали помочь, ввести его в эксплуатацию и показать всем нашим зрителям, как же он все-таки работает, как и обещали во многих роликах. Итого, как говорится, не выключайте, следите за нами. Сейчас мы зальем в него бензин, масло, докрутим до конца все гайки и, как говорится, покажем его в поле. Компания «Электромотор». Итак, проверяем уровень масла. Как оказалось, Bertolini один из немногих производителей, который не жалеет масла на свою продукцию. Вы видите, что мотоблок уже идет с залитым маслом. Причем масло явно видно, что заливала машина под давлением, потому что мы только его открыли, оно сразу начало растекаться. У этого момента есть один огромный плюс. Сколько бы мотоблок не стоял до продажи, все равно у него система не пересохнет. То есть ничего ему не будет. Так что, опять же, даем должное итальянцам. Сейчас мы будем заливать бензин. Поставляют они его, кстати, без бензина. Так. Есть? А? Есть. Ну, я эту штуку снимать есть не буду. Ой-ой-ой. Вот. Итак, мы все смонтировали, все привели в рабочее положение, то есть выкатили его, говорится, на грядку. Вот, теперь сам запуск. Что нужно сделать, обратить внимание на что при запуске. Он у нас не обладает электростартером, то есть запускается вручную. Изначально мы включаем сам стартер непосредственно, потом открываем дроссельную заслонку, вот она у нас здесь находится, вот мы ее открыли, и открываем кран подачи топлива. Что стоит обязательно отметить, обратить внимание. При первом запуске у нас, когда мы продавали первую модель, долго не получалось его запустить. Почему не получалось? Потому что мы не обратили внимания на то, что открывается дроссельная заслонка и открывается топливный кран в разные стороны. Как у других моделей, это все открывается в одну сторону. Да, сейчас. Куда? Вот так вот у нас происходит процесс культивации. Нужно было позаботиться и одеть какие-нибудь резиновые или кирзовые сапоги. То есть вот как-то так. Ну, можно газу ему побольше дать. Нагрелся. Итак, вот человеку мы объяснили, как пользоваться мотоблоком. Как вы видите, человек уже вошел в раз, так сказать, и занимается своим приусадебным участком. Конечно, для того, чтобы пользоваться любой техникой, нужно к ней привыкнуть. И, скажем прямо, здесь фактически целина. Но все равно, вы видите, он идет очень мелко, без кусков перебирает землю. Поэтому лично я рекомендую. И думаю, человек тоже останется доволен.
С вами была компания «Электромотор». Следите за нашими новостями.